Тем временем выяснились новые подробности преступления в отношении 15-летней девочки из Березняков. В прошлом выпуске новостей мы рассказывали о несовершеннолетней, которую в конце февраля зверски избила ее 18-летняя знакомая. Целая компания равнодушных подростков снимали происходящее на телефон. Девочку избивали руками и ногами. За кадром слышны ликующие голоса. Побитая Диана пришла домой без телефона. По ее словам, он был украден. Анна, мама девочки, расспросила единственную 25-летнюю подругу Дианы, с которой она ушла на прогулку 25 февраля. Та подтвердила, что телефон был сдан в ломбард ею и самой потерпевшей еще до потасовки. Потому что она утверждает, что она вместе с Дианой перебрала. Диане 15 лет. Я говорю, Диане никак не могут тебе дать в руки. До 18 лет. Вот я еще раз. Анна уверена, что ее дочь просто заставили это сделать. Сегодня мама подростка забрала телефон из ломбарда. Сейчас гаджет находится в Следственном комитете. Так действительно ли смартфон в комиссионку сдала Диана сама или его все-таки украли? К этой истории мы еще обязательно вернемся.